Россия под напором выскочила пробка. Повалил сюда народ, как на карнавал. И нашествие дошло до самого Нью-Йорка. Словно грозный Чингисхан сам на нас напал. Чингисхану далеко до наших пылесосов. Он по папской части был по курам и зерну. А у наших дорогих такие, брат, запросы. Разорили бы они не одну казну. Приглашаем в эйзмер, но не без конца. Кольца и дубленочки, камеру и видео, даже телевизоры и камень с трубой. Все, что вы увидели, все вам очень хочется. Может, вам Америку завернуть с собой? Пылесосы, родственнички милые, вы вещевозы. Приезжайте, налетайте. Без сна на капиталистов, а квартирная цена рвется к облакам. И бифштекс не по зубам, ни денег на дантиста. Бангелоум получу, помогу гостям. Ну а гости все ворчат, гость не понимает. Раз в Америке живешь, ты миллионер. Я работаю в такси, значит зашибаешь. Папа не Рокфеллер мой, он пенсионер. Не хочется. Может, вам Америку завернуть с собой? Пылесосы, родственнички милые, вы вещевозы. Приезжайте, налетайте, дорогу к нам не забывайте. Мы богаты здесь душой, а с деньгами туго. Мы в долгах здесь, как в шелках, мы весело живем. Можем выпить, закусить в ресторане с другом. Для этого нам надо заложить свой дом. Мы хотим вас повидать, в разлуке одичали. Перестройка для людей очень хороша. Вас с любовью, дорогой, на Панем встречали. Провожали на Панем с тонной багажа. Тетеньки и дяденьки, бабушки и дедушки, ой, дяди, сыродные, племянник дорогой. Отдадим вам моргичи, забирайте лоуны. Но нашу мы Америку не дадим с собой.